Дорогие друзья, всем привет! Сегодня прислали новость в группу о криптовалютной бирже, на которой размещена наша любимая криптовалюта, так сказать, ВК-коин игрушечная. Вот, значит, на ней есть, видимо, отношение к другим криптовалютам. Вот, судя по картинке. Не знаю я, какие-то там доги какая-то. Вот, биткоин есть, да, то есть последняя цена, что-то, не знаю. Здесь, кстати, объем даже продаж есть, видимо, какой-то. Вот, то есть, в чем это? Просто в коинах. Я не знаю, может ли один коин вот так вот приравниваться. Биткоин же очень дорогой, насколько я знаю. Вот. Честно говоря, надо заходить, разбираться, а то, может быть, тут вообще озолотиться можно. Сейчас почитаем отзывы. Здесь, в принципе, особо полезной информации я не вижу. Так, в общих чертах что-то написано. Но мы нашли отзывы по ней на каком-то сайте. Сейчас надо убрать рекламу тут, а то YouTube нам впаяет за рекламу стороннюю. Обзор и отзывы биржи Crytrex. Всем привет, сегодня поговорим о бирже криптовалют Crytrex. Мне дана ссылка на официальный сайт. Да, кстати, это реферальная ссылка, поэтому не знаю, в общем, может быть, это, реферальные, сами понимаете. Реферальный, значит, человек, разместивший эту информацию, имеет копеечку от этого сайта. Я так предполагаю. Так обычно бывает. Вот, в этом случае вполне возможно тоже. Вот, значит, эта площадка поддерживает более 40 различных монет, теперь ВК-коин тоже. Поэтому нет ничего удивительного в том, что трейдеры отдают предпочтение Crytrex. Англоязычный официальный сайт не станет большой проблемой для инвесторов из стран СНГ, поскольку на главной странице находится специальный виджет от Google, позволяющий перевести портал на любой удобный для пользователя язык, включая русский. Да, но дело в том, что вот этот виджет зашквар. Нормальные сайты они всегда делают для разных стран. Свои как бы сайты, да, там свои языковые версии и так далее. То есть, если виджет, это уже, знаете, это, детский сад. Это значит малобюджетный сайт, но в принципе для криптобиржи, почему бы нет. В общем-то, нам самое главное суть, то есть, чтобы курс был хороший, чтобы можно было наши валюты продавать. Вот. Вот, кстати, видите, вот invited, да, вот это, кстати, как раз вот это идет. То есть вы были приглашены от вот этого лица. Вот. В принципе, это сайт visinvest.net, то есть они занимаются, видимо, как бы информационный какой-то сайт об инвестициях. То есть они, в принципе, небольшая подработка этим, ничего страшного. Вот, значит, чтобы начать торговать, нужно создать персональный аккаунт, сделать это несложно, придерживаясь простой пошаговой инструкции и так далее. Тут много всего. Обзор торгового терминала. Вот, ссылку, в принципе, я оставлю в описании на этот обзор. Просто кто захочет разобраться, я думаю, будет полезно почитать. Потому что читать я не буду, это все бредятина. Шутка, не бредятина, конечно. Просто заморочки это такие. Можно с видео, кстати, почитать. Я медленно прокручиваю. Озвучивать я не буду, потому что тут я не вижу знакомых слов вообще. Кроме проекта там, и так далее. Перечислим основные сильные стороны площадки Crytrex. Наличие русскоязычного интерфейса. Его нету. Есть там виджет, это не считается. Понятно, тут они уже там про всех можно написать, про меня на YouTube можно написать, да, что я простая система регистрации там и так далее, что у меня оперативная служба поддержки, да, там я лайки ставлю иногда бывает на комментарии. Вот. И так далее. Это молодой проект. Мало отзывов. Да, действительно, мало отзывов. Развивается. Как-то сайт, честно говоря,
Сайт у них, честно говоря, так себе, да, прям вот. Кстати, что там в комментариях пишут? Перегнала, перевел туда 10 миллионов коинов, тема с 19 апреля. Пост давал вчера. Ну да, это претензии пошли ко мне. Ну блин, я не размещаю, у нас написано, что мы новости сторонних сайтов не размещаем. Ну, тут я уже просто думаю, ну полезно, наверное, будет, ладно, разместил. Потому что, сами понимаете, ну да, и нормальный, кстати, сайт, он не будет вот рекламу вешать, да, аценсовскую, ну, такой тем более, который криптовалютная биржа, ну, я не знаю, ну, как-то мне кажется, это не очень. Там просто информационный сайт, может, да, это их основной доход, а биржа, она на проценте на каком-то должна работать, то есть, видимо, мало популярной все-таки системы. Ну, попробуйте, если у вас что-то получится, напишите в комментариях, мне будет интересно. Ну, вот какие-то активные рынки. Вот он у нас, это наш ВК-коин. Тут отношение к другим валютам, по всей видимости. Это тоже объем, видимо, продаж. Не знаю я что, я не разбираюсь в этом. Если кто-то разбирается, может меня в комментариях поправить. Ну да, тут регистрация какая-то, кстати, у них есть тут. DigiBuy блокчейн, то есть, типа, там круто. Ну, в общем, попробуйте, я не знаю, если кто-то хочет, там, просто я не знаю тут в эти валюты, что здесь можно. Вот эти TRX я не знаю, Доги не знаю, Крит не знаю, ну, биткоин только вот слышу, но у меня нет биткоинов. Вот, у кого есть, может ради прикола перегнать ВК-коины. Ну, просто я думаю, тут вы столько мало получите, что там же надо какой-то диск, да, там что-то для хранения этого токена. Вот. И вам нужно будет диск заводить. Я не знаю, оправдается у вас то количество коинов, биткоинов, которые вы купите на свои ВК-коины с заведением специального диска. Это нужно просчитывать, наверное, серьезно. Я этим заняться не смогу так просто. Вот. Но что-то мне подсказывает, что это, да, не очень тема. Ну, если кто не согласен со мной, пишите в комментариях, я буду исправляться. Потому что я всегда учитываю мнение и принимаю к сведению. Потому что сам особо не шарю в этих делах торговых. Вот, а лишь занимаюсь информацией просто, поверхностно. Вот, все, всем пока. Надеюсь, было полезное видео. Ну, во всяком случае, так, для общего развития. Ссылки, я надеюсь, не забуду оставить в описании. Если что, пните меня, я их оставлю. Все, всем пока, спасибо за просмотр.